У нас отсутствует, Казпочты нету в поселке, опорного пункта нету. И население уже больше 1000 человек. У нас школа требуется, школы нету, детских площадок. Сосед, разберись. Все есть, понял. Есть вопрос. Столптарым сичырып құлай деп жатыр. Проводтар жерге дейін сабылап жатыр. Кішкене аздап жел соқса, бітті 1-2 сағатқа өшіп тастайды, и трансформатор постоянно вылетает. Изучим.